В 2020 году по югу России гуляли банды. Одна такая банда донимала местечко Крапивницы. Никто не знал, откуда она приходит, куда уходит после налета, но всякий раз, когда над разрушенным монастырем поднимался в небо дым, неслись по ночным дорогам всадники и пылали крестьянские хаты. Но не только про это будет наш рассказ. В том же 20-м пробивался в Крым к барону Врангелю, отставший от своих белый полк. Путь его лежал по красным тылам через местечко Крапивницы. Но наш рассказ начнется с другого. Въезжает в Крапивницы. Кинематографическая лента. Драма на море. Все ходи до меня.
Римляне, сограждане, друзья! Прошу внимания, я пришел на форум не славить Цезаря, но хоронить его. Он был мне другом искренним и нежным, но... Куда же вы уходите? Если бы я жонглировал помидорками, вы бы стояли, смотрели, раскрывши рот. Когда настоящее искусство вам не интересно. Ну почему? Почему? Ты будь ласка. Да ты что говоришь? Я на ярмарке купил ее у цыгана. Это моя лошадь. Дядечку, сдается, це наш Лиску. Видает его, будь ласка. Лиску. Лиску. Да никакой это не Лиску. Это тот самый Пегас, то есть. Пегаш просто. Я называю его Пегас. Смотри, Пегас. 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 Устал. Пегаш! Пегаш! Дядечку, видай ты Лиска. Эй, хозяин! Эй, хозяин! Есть здесь кто-нибудь? Кто хозяин? Да, я хозяин. Стоишь? Ну, стой на здоровье. Видай ты, Лиска, то и пойду. Слушай, ну давай договоримся. Пойдем завтра в этот, в ревком. И они пусть там решат, чья это лошадь, твоя или моя. А сейчас заходи и спи спокойно до утра. Вот. Ешь. А зовут тебя как? Крыща. Это что, прозвище, что ли? Да не. Прозвище у меня Котляринку. Звуть Христина. У меня хозяева были поляки, и они меня Крыщи звали. Ешь, ешь, ешь. Хорошие такие хозяева. Только они меня выгнали. За что? Я их на дитя вбила, вони і вигнали. Как убила? Та не до смерти. Пустила з рук, шишку набила. Вони вигнали. Понятно. А родители твої где? Умерли, а ті вот як умерли. Не весело. Ну ладно, давай знакомиться. Моя фамилия Искримас. То на християнське ім'я. Правильно, псевдоним. Полностью звучит искусство революции массам, но сокращенный Искримас. Поняла? Нет.
а мне все одно. Ну вот что, Крейси, я вижу, ты девочка умная. Давай с тобой договоримся. Лошадь это не твоя, это лошадь моя. Не. Ну хорошо, хорошо. Здесь будешь спать. Здесь тебя никто не тронет. Ну и ты должна дать мне слово, что никуда не убежишь с моей лошадью. Должны же мы доверять друг другу. Договорились? А как же? Действие второе. Искримас теряет многое, но приобретает еще больше. Мир прекрасен! Крыся! Ой, дядечка, не убивайте меня, дядечка! Крыси нашу лошадь сперли. А ты знаешь, может, это и к лучшему, что нашего Росинанта увели. Побуду месячишкой здесь. Конечно, хотелось бы начало сезона быть в Москве, но не судьба. Ну, прощай, крысь. Дядечка, а можно я при вас останусь? Как это? При мне? Да так. Буду стирать, буду варить. А вы мене жалить будете, їсти дасте, якщо останеться? Нет, это исключено. Ну нет, я бы рад, честное слово, но пойми, куда же я тебя возьму? У меня же ничего нет. Ни кола, ни двора. Возьми, дядечку. Ви ж пропадете один. Ви ж малохольний. Це таке гарненьке містечко, таке тихеньке. Чогось тихеньке? А бандити? Так вони тільки тих стріляють, хто за красних. Як узнають, що за красних, так убивають. Или хату спалять. А може, я і є самий красний активіст? Чому на вас? Ой, боже ж мій! Ти що, здурів чи що? Краску на що переводиш, і лукасохлазий? Люди добрі, подивіться на нього, як он чорту вечі дур свою каже! Люди добрі, пожалійте мене! Як за этим дурнем жизнь куплю, стыд терплю! Ну подивіться, люди, що он видумав дурною своєю головою? Ну полюбуйтесь, як он дерево розвалював! Его ж рубить надо, вона ж мертвая! Ой, лишенька! О, погибла яблонька. Это кто же ее так? То бандиты бомбами бросались! Да ты лучше яблочки до этого поросеночку и только соглазый! Чтоб ты сгорел! Гляньте, какой выискался красный воин, защитник увечный! Простите, вы здешний маляр? Подумай, какой удивительный человек. Людская злоба отказала этим плодам счастье созревания, а он от широты души своей дает им эту радость. Скажи, он, по-твоему, кто?
придурок. Глупая. Он красивый души человек. А ты этого не видишь. Тебя просто никто не научил смотреть. Простите, пожалуйста. Разрешите представиться, Владимир Искримас. Артист, я тут проездом в Москву. Мне бы хотелось в вашем городке организовать революционный театр-эксперимент. Вы бы не согласились мне помочь писать декорации, а? Я тут и помещение присмотрел. Драма на море, мужикам смех, а бабам горе! Городская дама, а ни стыда, ни срама! А вот московский франт-элегант! Берегись, дамочки, молодые мамочки! Вот он, на ходу подметки режет, увлекает женский пол. Безобразие просто. Честное слово, это какая-то возмутительная, воинствующая пошлость. Ребят, с этим надо что-то делать. Знаете, коллега? Напрасно. Народ меня любит. Я им зрелищ, а не мне хлеба. Знаете, это просто поразительно. Честное слово, это потрясающе. Я никак не мог предположить, что подобное может процветать в наши дни. Люди истосковались по настоящему искусству. Вы их пичкаете черт знает чем! Убирайтесь отсюда. Здесь будет проживать Уильям Шекспир и Маяковский. Позвольте, позвольте, по какому праву? Я плачу аренду. Что? Товарищ! Он нас спрашивает, по какому праву? Я эмиссар революционного театра. То, что вы здесь делаете, это профанация искусства. Стало быть, скрытая контрреволюция.
И вообще у меня мандат ревкома, я реквизирую данные помещения. Мандат? Ну, если мандат, конечно. Но и, имейте в виду, я ведь тоже в меру своих сил сеял разумное, доброе. Слушай, я ведь смотрел за тобой, видел, как ты плакала. Откуда это в тебе? А ведь все это была дрянь, подделка. Я открою перед тобой настоящий прекрасный мир. Третье действие. Совершенно неожиданно на Искримаса обрушивается несчастье. Видите ли, Федя, сейчас, когда нет керосина, когда нет соли, нет спичек, когда вообще ничего нет, кроме сыпного тифа, обыватель попятился от революции, испугался ее. А я, как и в первый день, скажу ей, да светится имя твое. Искусство, о котором я мечтал всю свою жизнь, стало не только возможным, а даже необходимым. Эта революция дала мне внутреннюю свободу. Нет, теперь нужны новые художники. Может быть, не я, кто-нибудь другой, талантливый, я не знаю, там, великий. Да кто я такой, в конце концов? Дерзкий ученик? Но я ищу. Я нащупываю свою дорогу к новому, новому искусству революции. И вот, понимаете, приходит человек, чтобы сорвать им бельмо с глаз, а они... Нет, я выведу театр на простор площадей. Тысячные толпы будут моими статистами. Да что там статистами? Героями моими будут. И ставить надо все по-другому. Ставить надо Блока, мистер Юбуф, Верхарна. А старых вам вообще не нужно революции. А за царем лучше было. Здрасте. Кто тебя научил? А хозяева, казалось. Правильно. Хозяева при царе жилось лучше. Сейчас живется лучше нам с тобой, потому что мы с тобой хозяева. Кстати, у нас гость. Почему ты ничем не угощаешь? А нема на чого. А картошки, я видел, ты варила? Нема, ніякої картоплі. Как тебе не стыдно, ведь он же сам нам принес мешок картошки. Нема на чого. Ну, знаете ли, это просто поразительное существо, честное слово. Упрямый, глупый, злая, как морская свитка. Вы представляете, Федя? Она даже не способна запомнить, как меня зовут. Ну, скажи, как меня зовут? Якиман. Искримас. Меня зовут Искримас. Вот же картошка. Зачем ты лгала? А, всех кормить, то сами с голоду помремо. Молчи. Тебе вообще лучше молчать, понимаешь? Ну, прошу вас. И ты тоже, крыса, садись. Ешьте, ешьте. Взгляните на эту личинку, Федя. А ведь я из нее сделаю актрису. Хорошую актрису. Потому что, как сказал бы френолог, есть у нее это самое шишка искусства. Да. Так вот, ваш городок — это пустыня, жаждущая дождя. И мой спектакль будет таким дождем. Я поставлю здесь у вас... что-нибудь вроде мистерия Жанны Дарк. Что? Думаете, не пойдут? Пойдут. Валом повалят. 500 лет тому назад буржуи толстосумы отправили на костер красавицу Жанну! Жанну из Арка! Героиню Жанну Дарк! Подземные горожане, будем сжечь ее!
це ж комедія. Товариші, їдемо смотреть наше представлення в театр бывший Ілюзіон. Ловим ми эту банду, как лису за хвост. Она гуляет. Что Волос напишет? Вот она, где эта банда. Сидит, как черяк на шее. Товарищи, разрешите обратиться? Почекайте трохи. Мы заняты. Извиняюсь. Слушай, Ахрим, мы все гадаем, откуда она прилетает. А она, может, ниоткуда и не прилетает. Она, может, своя, с местечка, а? Извиняюсь, товарищи, разрешите обратиться? Почекайте. Да тю на вас, тут людей-то таких нема. Для банды нужны рубаки, а у нас одни ребятишки да бабы. Извиняюсь, товарищи, разрешите все-таки? Ну, что там у вас? Товарищи. Ну? Театр горит, товарищи. Пожалуйста, товарищ председатель, пожалуйста, отберите у него мандат. Какой мандат? Никакого мандата мы ему не давали. Да-да-да. Разберемся. Ну что, потушили? А шуму-то шуму. А что случилось-то, а? Первый блин комом, но все равно это было грандиозно. Честное слово. Что-что? Что вы этим хотите сказать? Значит, театр заняли самочинно. Да еще и людей пожгли. Пусть девчину осмолил, я к прося. Ну поймите вы, что я хотел напугать обывателей, которые шевелит их, что ли. Так не бенгальским же огнем мне это делать. А каким же? Ну поймите, настоящему искусству нужен настоящий огонь, который бушует, который жжет. В этом была идея спектакля, а кулиса вообще случайно загорелась. Ой. Вот и вышло, что ваши идеи глупые и вредные для народа. Кто же лезет в деревянный сарай с огнем? Сами не знаете, поучились бы, у людей спросили. Ну, знаете ли, всякий дурак мне будет советовать. Что вы этим хотите сказать? Что я хочу сказать? А вы не догадываетесь? Так, понятно. Ой, бедный. А ну-ка, ребята, возьмите-ка под арест этого гражданина. Да начепляйтесь до него! Він убогий, неразумний, як дитя мале, ну чи ви не бачите? Дядько і мам, підімте до хати. Подождите, крыша, меня арестовать. Это моя власть. Я предан революции не меньше, чем вы. Понятно? Дудки, ничего у вас не выйдет. Я здесь проездом. А я так думаю, что вы еще у нас погостюете? Поджигатель який. Може, його Врангель прислав? Артист. Был тут один артист. Рави. Или не, брамин. Индийский фокус показывал. Такой прогисвит. Две керосиновые лампы с театра увез со стеклами. Скажите, пожалуйста, можно мне занять это помещение? Я ведь среди масс веду культурную работу. Рабочий в шахте, крестьянин в поле, а буржуй кровосос на Черном море. Полюбуйтесь, товарищи, на заморского франта. Его в Россию прислала Антанта. Вот это хорошо, это в самую точку. Вот какие безобразия творит всемирная буржуазия. Вот так и мы утопим вскоре барона Врангеля в Черном море. Ну это ты, брат, перегнул. Это все-таки дитя утопло. При чем тут Врангель? Пустем. Четвертое действие.
белые в городе. Товарищи трудящиеся цыгане, вы должны в корне изменить свое отношение к лошадям. Так а мы это не сделаем. Тихо разберемся, тихо. А вы, товарищи трудящиеся селяне, должны в корне изменить свое отношение к цыганам. Товарищ Сердюк, плохие дела, белые. Какие белые? Ты что, пьян? Банда? Какая там банда? Говорят, вам белые, к городу подходит белый полк. Откуда же они взялись? До фронта 300 верст. Я уж не знаю, откуда они взялись, только они идут с царским знаменем. В погонах. И есть у них артиллерия. Находитесь в белой контрразведке. И мы тоже. Белые в городе. Мне извините. Вы знаете, я вчера был, так сказать, излишне резок с вами. А, это что, дурню обозвали? Я. Правильно сделали. Не был бы дурным, не сидел бы тут. Лаемся, лаемся, как беда, так на всех одна. Ну ничего, ничего. Мы еще посмотрим, чей верх будет. Эй! Который тут артист? Выходи! Так. Значит, меня первого. Прощайте, товарищи. Товарищи, если будете в Москве передать Луначарскому, скажите на другой свечи, что... Это что, фамилия, что ли? Шедевр. Что-нибудь французское? Не совсем. Господин артист, у меня к вам покорнейшая просьба. В связи с приходом законной власти в город, устроите нам праздничное представление для господ офицеров и счастливых горожан. Господин артист, мы идем в Крым, к Врангелю. Здесь мы только на бивуаке. Но надо, чтобы подумали, что мы здесь серьезно, надолго. Вы знаете, я, наверное, не смогу быть вам полезным. Помилуйте, маэстро, это даже как-то невежливо. Ведь я вытащил вас из каталажки. Я ваш ангел-спаситель. Ваше имя, отчество? Мое имя, отчество, господин штабс-капитан. Простите, пожалуйста, господин штабс-капитан. Но мой театр, театр Шекспира... Помилуйте, какой Шекспир? Князь! Послушайте, маэстро, какой Шекспир? О чем вы говорите? Ну, кто его поймет, кроме нас с вами? Нет, это не годится. Вы сделаете мне дивертисментик, так, чтобы там были танцы, всякие песенки, данцапаш, вот в этом духе. Сережа! А вот, кстати, наши дамы, они вам помогут. Сережа, ну а где ночевать-то будем? Ну вот, тут сидели прямо. Ну а ты опять не ляжешь до утра? Да, ты знаешь, не получится. Солдат надо разместить фураж, задать лошадям, парочку экзекуций провести. Вот знаешь, уговорил артиста сделать праздничный концерт. Говорят, здесь есть ванна. Я приказал согреть воду, так что ты не теряй времени сейчас. Простите, а пожалуйста. А, ну, мне в чемодане. Но, видимо, все-таки я не смогу быть вам полезен. Вы идейный. Это против моих убеждений? Ну, что за страна? Все землемеры Робеспьеры, дантисты Д'Антон. Господин артист, вам повезло. Вы попали в руки интеллигентного человека. Вот сегодня днем мы поймали двух ваших комиссаров.
Князь расстрелял бы их на месте. Бросил курить. А он будет судить. Буду. И повешу. Но по закону. Так что, господин артист, суньте свои убеждения за пазуху. От души рекомендую. И ступайте делать спектакль. Вы знаете, я не уверен, получится ли. Получится. Получится. Да перестаньте ломаться. Я уверен, что получится. Крыся! Крыська! Крыся! Крыся, познакомься с моей знакомой. Это милая, добрая женщина. Мадам, прошу вас. Крыс, ну не смотри на меня так, ну не надо, ну я пьяная скотина. Маленькая ты моя. Крыс, я не хочу, чтобы ты это видела. Дай нам что-нибудь поесть и ступай к соседям. Подожди, нам чего-то не хватает. Понял, огурца. Крыс! Есть у нас огурец? Есть. Есть! Давай! 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 Ты что делал? Ты что? Ой, ой, ой! Что ты делал? Ой, ой, ой! Что ты делал? Ой, 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 артист! Что ты делал? Крыся, я трус, я ничтожество! Я бредил свое искусство. Три юных пажа покидали, навеки той берег родной. В глазах у них слезы блистали, и море дует ветер морской. Не испугался я их угроз. Вообще не в этом дело. Ну хорошо, они бы меня расстреляли. Подумаешь. Ну я же артист. Я должен тренироваться ежедневно, подобно тому, как скрипач нудит свои гаммы. Кто любит свою королеву, тот молча идет умирать. Но не согласись, они бы сюда прислали какого-нибудь подлеца, который поставил бы здесь черт знает что. Ну, не знаю, там, жизнь за царя. Господи, что вы делаете? А? Кому нужны эти ваши сопли на Сахарине? И... Продолжайте, продолжайте! Что вы там пели? Какой текст? Три юных пажа покидали навеки свой берег родной. Совершенно не понимаю, что вы от нас хотите. Между прочим, этот номер я играла в Ростове. В офицерском собрании. Меня на руках носили. Кто вас на руках носил? Иван Поддубный? Ну, господин режиссер, где-то же будет... Шансонетка? В этой билиберде появится зловещий смысл. Это будет именно то, что нужно. Петь двигаться будете примерно в таком характере. И я... Стоп, стоп, стоп. Я... Стоп. Понятно? Начали вот. И... Раз, два, три. Юных пажа покидали, навек свой берег родной. Глаза у них звезды блистали, и горе был ветер морской. Та-та-та. А теперь повторяйте со мной. И раз, два, три. Еще раз. Пожалуйста. Раз, два.
дали надеть своей родной в глазах вместе со мной. Стоп! Прошу вас. В глазах у них слезы блистали и горе вместе со мной сказал. В глазах. Пожалуйста, возьмите себя в руки вместе со мной. Да вы что, нарочно что ли это делаете, а? В глазах у них слезы блистали и горе. В глазах у них слезы блистали и горе. Ветер морской, тан-тан-тан. Прошу прощения. Еще раз и в полную ногу! Ну, пока не научит, быстро! Стоп! Еще раз и в полную ногу! Быстренько, ну, не тяните носок, ну! Пане режиссер, можно вас на минуточку? Пожалуйста. Работайте, работайте, прошу вас. Отпустили вас? А? Они что, отпустили вас? Ну да, не отпустят. Утекли мы с председателем. А, понимаю. Партизаним помаленьку. Я тут у вас дожечек пересижу. Не погоните? Ну что, что, садитесь. Садитесь, пожалуйста. Товарищ Ахрим, вы вообще можете на меня полагаться. Я, знаете ли, здесь не по своей воле. Вообще идиотизм какой. Ну давайте, работайте, работайте! Простите. Товарищ режиссер. Да. Вот вы скажите, можете вы определить, годится человек в артисты или нет? А для чего вам это нужно? Вообще-то я учитель. А театр для меня мечта. Ну, как вам это объяснить? Звезда на небе жизни. Боже, на улице дождь, слякоть, бомбы рвутся, а тут праздник грации. О! Анюта, Маргарита Власьевна, какое пиршество очам! Оригинально, оригинально! Простите, это что? Бомба-самоделочка. Были и фабричные, да все вышли. Как скажу, тикайте через зал. А где ваш деспот и тиран? Он там. Небось, уединился с Харисточкой. А вот мы сейчас нарушим ихний тет-а-тет. Господа, пойдемте, дождик поутих, у нас дела. Ну вот. А за театр мы как-нибудь после поговорим. Ага. Можно? До свидания. Делайте, пожалуйста, так, как вы делали до моего вмешательства. Ой! Ой, Федя. Баня – это языческий храм. Она очищает не только тело, но и душу. А как оно нужно нам, это очищение? Сделки с совестью. Компромиссы. Привет от смежной музы. Как проник сюда этот тип? Гоните его в шею. Федя, Владимир Павлович,
Я знаю, что вы после баньки будете кушать раки. Так я вам первачу. Первачу припас. Черт с ним, пусть остается. Благодарю вас. Конечно, в тяжелое время мы, интеллигенции, должны, так сказать, консолидироваться. Оп, я. Парится, парится я, зверь, а макушка не выносит. Здрасте, веселая компания. Здрасте. Сограждане. Нас с тобой люди будут вспоминать только потому, что мы жили в одно время с этим человеком. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, ничего, ничего. Человечество один прекрасный день протрет глаза, и эти картины будут висеть в Прадо, в Лувре. Да что там, в Москве на Красной площади устроим вашу выставку? Так и мучаюсь, чтобы его очи полопались, ты был косоглазый. И себя загубил, и мою жизнь молодую. А тебе этот кто, шебутной? Так, отчим. И ты ж дурный. Пристает? Не, я ж кажу, совсем дурный. А ось его жинка. ВП. Пожеланием найти себя. Комиссар Жевская. Ну, чтобы их болячка задавила. Что ты не говори, а будущее, может быть, за синематографом. Никогда, никогда не заменят твои дергунчики пластическую величие живого тела. Неужели ты не понимаешь этого? Не понимаю, почему? Магия духовного контакта. Пуповина прямого общения со зрительным залом. Вот что такое театр. А твой кинематограф, это же машинерия, убогая немота, понял? Вы гений. А я тебе скажу, синематограф тоже искусство. Искусство. Он кормит. Петя, ну скажи ты ему. Узмыюга. Ничего, ничего, Федя. Наступят лучшие времена, и в этом богом забытом городишке я поставлю спектакль «Откровение», спектакль «Динамит».
Нам еще будут завидовать Москва и Питер. Вы напишете мне декорации замечательные. Распишите занавес, разукрасите зал. Каждому зрителю мы будем давать вашу картину маленькую. Пускай понесет ее домой старым родителям, малым детям. Пускай они тоже приобщатся к настоящему искусству. Мы Пашку возьмем в театр. Билеты продавать. Почему? Почему билеты? Пашка, милый, нас с Федей движут по жизни высокие идеи, а тебя твои кривые ножки. Неправда. У меня тоже есть идея. Какая? Выжить. Федя, ответь ему. Принеси капусту. Гори, гори, моя звезда, звезда любви, звезда приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Твоих лучей волшебной силою вся жизнь моя озарена. О, ворую я и над могилою гори сияй, моя звезда. Осторожнее ступить, тут преступчика. Хозяева! Господин Станиславский, какой приятный сюрприз. А я вот проходил мимо, услышал голоса, думаю, дай зайду. Дай, думаю, погляжу, что это тут такое за пир во время чумы. Да вы садитесь, господа, садитесь. В ногах правды нет, и я с вашего разрешения присяду. Так, понимаю. Вы хотите, чтобы я скорее ушел? А я вот как раз расположен. Посидеть. Посидеть и поболтать. А ну сесть. Сесть! Отойди в сторонку. Интересно. Интересно. Знакомая рука. Ты что ли, ревком-то расписывал? Сукины дети. Хочешь с ним по-человечески, так нет. Каждый норовит легнуть копытом. Вахрамеев, ты отведи его в холодную. Ну, живо, живо. Давай, живей.
господин штабс-капитан, не принимайте этого буквально. Присаживайтесь, господин артист. Мистер, спасибо. Вы знаете, он художник, и это аллегория. Но вы не волнуйтесь. Ну, ушли два хама. Один посидит, другой постражит. Прошу вас. Пейте. И вы присаживайтесь. Благодарю вас. Ты меня удивляешь, Вова. Не можешь отличить интеллигентного человека. Ваше здоровье. Вот, а вот, вот. Туды, туды. Слышали выстрел? Ну, выстрел как выстрел. А вы знаете, пустая сцена. На сцене никого. Тишина. Одна фигура. В розовом трико. Незабываемое зрелище. Вот. В чем дело? Убег. Решите? То есть как убег? Далеко-то он не убил. Сначала казачество. Дух, так сказать, выпущенной революции из бутылки и посему бутылки стремящиеся. Ой, ой, божечки, да что же это такое, а? Ой, батюшки. Палач, вы же убили его, это был художник. А вы убили его, убили талант. Подлец, какой же вы подлец. Я тут при чем? Ты ж хуже его! Он тупая скотина, идет, куда его посылают. А ты интеллигентный негодяй, ты самый страшный, что есть на свете. Понимаешь? Олегутская мать! Успокойся, крыса, успокойся! Ну что ты на меня оскалился? Я ненавижу тебя, слышишь, ты! Ненавижу! Не смейте, не обижайтесь на него. Ненавижу! Ну, видите, он огорчен, он настроен. Не надо, не надо, ну что вы! Ну, ты кончил? Ну вот что, шут гороховый. Ты у меня такую роль сыграешь. Не Ромео и не Джульетту. Ты у меня кукушку сыграешь. Знаешь, что такое кукушка? Вот, господин артист, вы кукушка, а мы охотники. Вы кукуете, а мы стреляем. У каждого полная обойма. Уцелеете ваше счастье. Не уцелеет. Начинаем, господа.
господин артист. Ку-ку. Давай, 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 не тяни, не тяни. Ку-ку. Чего молчишь, кукуй? Ну! Кукуй! Кукуй! Ну, кукуй! Куку. Жив? Ну, если жив, отдай голос. Куку! Положиться. Стрелять. Храбрец. Ну что, господин артист, радуйтесь счастливому избавлению. Мы вас разыграли. Мы стреляли холостыми. На тебя дерьмо, хорошие пули жалко. Ну, Марина, чудак, ебок, ну что? Позвольте, господа, почему холосты? Я стрелял боевыми. Князь, как боевыми? Вас не понял. Вы слышали, господа, князь стрелял боевыми. Вы же нас могли всех перестрелять. Вам же русским языком объяснили. Я не понял, господа. Послушайте, князь, я сидел напротив вас. Вы могли меня убить. Я не понял. Не понял. Я за такие слова одной рукой беру, за горло другой. Князь, я сыщу, не молчи, я тебе сейчас усы оборву, тупая морда. Штабс-капитан, ну что вы как козлы сцепились? Господин капитан, я сыщу. Что с этим делать? С этим? Выпарите его, как сидорову козу, и выкиньте к чертовой матери. Как хороши, как свежи были розы, и Русь цвела, не зная власти хама комиссара. Не предавался знойной страсти, но сердцем были мы чисты. Дитя погибло в пучине моря, но те, кто жив остался, лучше их судьба. Отца и мать замучат в чрезвычайке. Так пусть же белый рыцарь отомстит за все. Thank you.
Когда ты говоришь офицер вечерю. Сердюк сказал в 9 часов. Вот тут мы и нагрянем. А Сердюк со своими из города поможет. Подъем! А ось мы плечико помажем. А ось мы спиночку помажем. Слушай, что это? А там красный город берут. Вони що з вечора в рощі ховались. Откуда ты знаешь? Баби казали на базарі. Це така тайна, така тайна. Слушай, мне же надо быть там с ними. И куда вы не пійдете? Ви хворі. Ой! Ох, беда, сколько стекол, подъем! Все уже добро будет. А где возьмешь те стекла? Ох, заплатят они мне за ремонт. Дорого заплатят. Ставит свой спектакль и погибает. Белая власть в городе побыла, теперь красная вернулась. А когда же настанет наша, зеленая? Время не пришло, ждите. Да надоело по хатам сидеть. Раньше хоть ночью вылезал. А хлопцы уж сомневаются, ли ты наш батька или взаправду ревком и продался. Не гавкай, то и твой поганый язык быстро укорочу. Батька, хлопцы спрашивают, когда настоящие дела будут. Говорят тебе, ждите, придет время. Ты представляешь, вокруг тебя здесь море людей, вот это все люди, 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 люди. Весь народ, вся Франция. Они пришли в последний раз поглядеть на свою Жанну. Они жалеют тебя. Но они боятся, на них кандалы страха. Нет ничего на свете тяжелее этих кандалов. И хотя тебя здесь сожгут, ты со своего эшафота призываешь людей позабыть страх. Призываешь их к подвигу, ну? Ну, что ты язык проглотил, давай! Люди, забудьте страх. Наверное, я плохо объясняю, ну пойми, это ты преодолела страх. Ну, что ты смеешься? Они его не преодолели! Ты Жанна! Ты революция! Ну, ну! Люди, забудьте страх. Наверное, попугая. Ворону легче научить, чем тебя, понимаешь ты? А вы не мучите меня, если я не могу. Владимир Павлович, я старалась. Честное слово, я не знаю, что мне делать. В этом мучительстве вся моя жизнь. Понимаешь, я себя-то мучаю. Потому что верю, что это нужно и тебе, и мне. Всем остальным людям. Я все понимаю, конечно, трудно, трудно себе вообразить, что здесь площадь полна народа. Что здесь сидят судьи, которые тебя судить будут. Что здесь народ, который будет глядеть на твою казнь. Но ты представь себе, у тебя же фантазии есть. Вообрази себе это все. Вот здесь вот епископ Кошон, француз. На свинину похожий, как кабан. Рядом англичанин, хорек, рыжий такой. Часовые, которые стерегут тебя. А вокруг народ, а они, эти, звери, это прошлое. Прошлое всегда ненавидит революцию.
А народ еще не разобрался в том, что ты им хочешь сказать. И ты в самые последние минуты своей жизни вынимаешь самые драгоценные слова для них. Ну, вы лучше спалить меня, як тоді на базаре. Я стерплю. Ну, представлять, я не могу. А ты помнишь Федю? Вспомни, как они его убили. И ты тогда не испугалась, правда? Ты бросилась ко мне, значит, в тебе есть. Занимать это тебе ни у кого не надо. Просто вспомни, как это было. Мальчики! А ну-ка поднимайтесь с земли, радикулит, наживете. Идите сюда. У нас с вами будет красная студия, а вы будете красные студийцы. Пошли! Ты попала в руки врагов. Они мучают, они хотят сломить тебя. Быстрее, быстрее, ребята, быстрее! Наступают они на тебя со всех четырех сторон. И хотят они только одного, чтобы ты пошла на эшафот покорный, раздавленный, чтобы взмолилась о пощаде. Двигайтесь быстрее, пугайте, крысы! Они уже заранее торжествуют. Но в такие минуты у человека находится сила, о которых он сам не знал. И тогда он делает то, что называется чудом. Иди, иди сюда. Пойми, речь идет не о тебе одной. Ты не одна. Ты одна за всех. И ты идешь на костер, как победительница. Правильно. Правильно, 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 правильно. Давай. И... Люди, да. Дивитесь. Я ж не боюсь, и вы не бойтесь. Так. Я ж хочу спасти вас! Так! Я должна спасти вас! Так! И все! Я могу! Спасти вас! Ну, а меня в артисты примете? А, хрен! Или я плох для вас? Здравствуйте. Вы действительно хотите мне помочь? Очень хочу. Только где же мы играть-то будем? Что, прям тут на дворе, что ли? Нет, нет. Для спектакля «Хрим» я нашел совсем другое место. Вот здесь «Хрим». Война эту церковь разрушила и искорежила. А мы ее осветим по-новому, по-революционному. Осветим своим искусством. Да нет, тут место плохое. Пошли отсюда. Не надо вам тут ничего делать. Ахрим, вы действительно думаете, что это плохое место для нашего спектакля? И вы еще мечтаете стать артистом? Вы никогда не будете артистом, Ахрим, если не понимаете, что это прекрасное место для нашей мистерии. Интересно. Добре, будем ставить здесь. Сегодня состоится мистерия о Жаре. Идите и смотрите. Товарищи студийцы, кто отвечает за занавес? И проверьте веревки. Осторожнее, осторожнее. Представляете, что будет, если все это упадет на нас? Ахрим, Ахрим. Ты зачем здесь? У тебя бы Требеньки на уме. А в городе они Онищенко арестованы. Брешешь. Я бы первый знал от Сердюка. А если ты сам у Сердюка на подозрении? Может и так. Ты понимаешь, сегодняшний спектакль я хочу посвятить памяти Феде. Перед началом ты поднимешься на помост и прямо скажешь зрителям наше представление. Мы посвящаем памяти художника, погибшего за революцию. Запомнил? Ахрим, ну в чем дело? Азиат. А почему не в гриме? Успеется. Паскудство. Хочешь делать, что нравится, не дают. Хочешь жить, как хочется, так тоже не дают. Не понимаю, кто кому? Никто никому. Ждем вас, товарищи!
Товарищи, ждем с нетерпением, прошу вас. Машенька, не забудьте вишни надавить, рано делать. Проходите, товарищ, проходите. И заканчивайте скорее с костюмами. Ну что, Хрим, утрем мы сегодня нос, товарищи Сердюку. Утрем. Владимир Павлович, ответьте мне, как хорошему другу, на один вопрос. Пожалуйста. Что вам такого золотого дала красная власть? Ну, видите ли, Хрим, я ставлю этот вопрос несколько по-другому. Что я могу дать ей? Это моя власть, это было бы странно. А вот я думаю, не ваша. Ну, знаете, Хрим, если бы я не видел своими глазами, как вы дрались против белых, это я подумал, что вы просто... Да что вы заладили одно? Красные, белые. Есть, ну, и другие, да, цвета. Зеленые, например. Да. Это те, что против красных и против белых. Видите ли, Хрим, поскольку наш спор с вами носит чисто теоретический характер, то могу вам доверительно сообщить, что зеленые — это бандиты, власть у них будет бандитская, и искусство у них будет, стало быть, тоже бандитским. Да что вы понимаете? Батько, люди пришли. Усаживайте их. Ахрим, куда вы? Ахрим! Тихо, тихо! Тут вся красная головка собралась. Батько сказал, кончать будем. Тихо! Тихо. Тихо, хлопцы. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Петр Иванович. Это ваш внучек. Ой, какой большой. Ну, пойдем со мной посидим, артистов посмотрим. Вот так. Неподходящий. Хранитесь куда-нибудь, а то ведь пришибут в суматохе. Хлопцы, пулемет ставьте повыше. Что? С ума, что ли, сошли? Там ведь женщины, там дети! Пусти! Говорят вам, едь отсюда! Текайте, понял? Кому же ты меня покинул?
умоляю тебя, крыс, тише. Так вы не мертвы? Нет. А это? Вишня. Я раздавил вишню. Как же вам не соромно? Я думала, помру с горя. Я понимаю. Я понимаю, ну понимаешь, когда эта пуля просвистела мимо меня, я подумал, ну как прекрасно было, если бы она меня бы убила. Какая была прекрасная, трагическая смерть. Вот я сыграл этот финал. Вы что? Прикинулись мертвым? Да. Выходит, что так. Ох, девчина, плохие дела. Конечно, отомстил я за него своей рукой. И офицеру отомстил, и Ахриму гадюке. А его не уберег. Артист. Вот факт, что искусство может творить чудеса. Оркестр собрать, чтобы весь город хоронил, как героя. Ой, какой стыд. Ой, как стыдно. Крыс, что ж делать, а? Владимир Павлович, ну что вы маетесь? Вы же их спасли. Пойдите к Сердюку, повинитесь. Скажите, что вы шуткували. Смеются и простят. Я не хочу быть посмешищем, понимаешь? Не хочу быть вруном, я не хочу, чтобы меня прощали. Я уеду отсюда. Уеду навсегда, исчезну. А мы с собой возьмем. Эпилог. Владимир Павлович, а куда мы едем? Как? Куда? Не знаю. Господи, мир так велик. Неужели в нем не найдется места для артиста? Ты спи, детка, спи. Детка, я по нему сохну, я без него жить не могу. А он, детка, детка. Еще хоть, вот хоть раз скажете, детка, я уйду. Зовсім, зовсім уйду. А ты знаешь, мой спектакль, наверное, был не так уж и хороший. А мой позор не так уж и велик. Просто, наверное, сегодня кончилось мое детство. Я в будущем, я теперь думаю не так, как прежде. Без детских страхов и головокружительных надежд. Было стыдно и жалко и страшно, это тоже не пропадет даром. Знаешь, как бумагу делают, бросают в мельницу всякую ветошь, обрывки, старые тряпки, а выходят при всем при этом чистые белые листы. Садись, пиши. Бежит коняка. А вы что ж не убежали? А я от вас бегать не привык. Добрый. А где же эта
Гадость, воспитомка ваша. Она в городе осталась. Жаль, но ничего, зато вы тут. Все-таки есть на свете справедливость. Каждый мой Уди отсюда не уйти. Да бросьте вы дурака валять. Thank you.